И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Incorporated. На связи с вами ваш доктор Эггман. И мы продолжаем прохождение Sonic Lost World Затерянный Хер. Хекс, но я называю его Хером. Потому что. Так, мы сегодня продолжаем с вами изучение локации. Я не знаю, есть ли смысл идти в Найт-зону, пока оставим. Если вдруг понадобится, зайдем. Ролик этот выйдет впервые и на Ютубе, и я его постараюсь загрузить на Телеграме. Ну, на Ютубе он выйдет на Телеграме, в любом случае, к стандарту. Но я его еще публикую в Телеге. На всякий случай хочу посмотреть, как будет работать. А также в нашем Дискорде канале сделаю отдельный раздел, посвященный чисто загрузке роликов. Посмотрю, как все это будет работать. Может быть, так где-то сработает, может, где-то не сработает. Возможно, вы сейчас лезете из Ютуба или из Телеграма в Дискорд, в другие сервисы, кроме ВК. ВК пока ничего не заливаю, ребят. Пока там нет смысла это делать. Но посмотрим. А может, ВК тоже залью, как вариант. Поскольку все-таки YouTube сейчас замедляется очень сильно, но единственный вариант — это вот пробовать другие площадки. Twitch навряд ли мы будем заниматься. Яндекс.Зен однозначно нет. Однозначно нет. Мне такой мороки не... нет, спасибо. Будем искать площадки. На всякий случай, могу теперь спокойно это говорить. Врубайте себе VPN-ы, врубайте себе что хотите, чтобы иметь доступ к адекватному сервису. Это единственное, что я могу советовать. Так, как раз вот с нашим модератором-маховодом тоже на эту тематику говорили. Ладно, отправляемся в Уидли Хилл. Посмотрим, что так как на всякий случай будет анимация. Конечно, нормальная игра. Эй! Я тебя вижу, ты Бадли Мистер Кнюзер. А ну-ка, где твои друзья? Друзья? А, у меня нет никаких друзей. Есть только дьявольская шестерка, которая уничтожит тебя. Заз? Покажи этому мяскому синему его место. С удовольствием. Давай, это будет твой последний день. Я думал, ты будешь трогать что-то в этом бане или шандухе. Ах ты, маленькая козявка. Может быть. Я хочу трахнуть тебя. Я нравится твой настрой. Хотел бы на это посмотреть, но извините, я поклонник традиционных ценностей. Я знаю прекрасные точки атаки тебя. Ну, это забавно, потому что я знаю прекрасные точки, чтобы пнуть тебя. Надеюсь, перевод вышел хороший. Я парочки сделал косяков, но вроде, в принципе, неплохо. Так. Так. Я пока не помню, как его разогнать адекватно. Ну ладно, будем потихонечку разгонять, как получится. Овечек не трогаем. А, вот. Так, это заберем. Мы не на время, мы не на скорость, поэтому все нормально. Ай, зараза! Колечек не упускаем. Так. А, здесь нет. Ладно, вот так будем проходить. Так. Забираем спокойненько. Та-та-та-та-ту-ту. Ты куда? Он просто разогнался и...
Хороший кадр. Но мне нравится его внешний вид. Вот это вот. Попробуй еще раз. Эй! Я смотрю, ты завел двух друзей, а, Бадлинозор? Кто твои друзья? Друзья? Здесь у меня нет никаких друзей. Они дьявольская шестерка, и они твой худший кошмар. Зальс, покажи этой силой Бергрецкий, что в игре ее место. С удовольствием. И я ждал тут все 5 дней. Я думаю, я знаю, как тебя срудить в твою баню. Ты издеваешься надо мной? Возможно. Я трахну тебя. Я бы посмотрел вот это прекрасное зрелище, но извини, тебе есть другие дела. Я знаю прекрасные точки, которые могут задеть тебя. Ой, это забавно, потому что я знаю прекрасную точку, куда тебе пнуть. Реально забавно. Я начинаю лучше и лучше переводить. Хорошо. Я замечаю даже за собой это. Так. Пока несемся. Так. 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 Так, забираем. Ладно, просто будем бежать. О! Он, в общем, говорит, что у него есть великая сила. Коррида! Овечья коррида! А, он делает... А, я думал, сейчас будет анимация какая-нибудь. Ну-ка, попробуй-ка. Можешь, если посильнее разогнаться? Нет, ни в какую. Нет, нормальное управление идет. Так. Вы свободны. Нет, скорость нормальная, ребят. Я сначала был, может, проблема в скорости. О, это было больно. Он буквально... Так, это я заберу. Так, это пока будет живет. Мне нравится, что Сонику здесь дали анимацию передвижения. Вот реально нравится. Я хотел ее забрать, но не получилось. В общем, если я правильно в нее попаду, я смогу ее забрать. Даже если ее помрет, у меня здесь не страшно.
Но игра мне нравится, игра хорошая. Ее главное уметь ускорять, а дальше проблем вообще не будет. Хотя тут прямо вот после Резидента ты каждый раз думаешь, что, как, с чем едят. Вот, забрались. И жизнь забрали, красота. Мне надо было ее забрать. Я бы здесь забучился с этим. Так, а где у нас наш Виктор Засыч? Так. Точка сохранения, это хорошо. Пока не вижу сложностей. Такое ощущение, будто здесь надо было... О, вот тебя я вижу. Она вернется? Мне чисто интересно, она вернется или нет? Да, она возвращается. Лучше сразу забрать. Потом ведь замучишься искать. Угу, так страшно, я боюсь. Ему не нравится его синий цвет. Так. Бля. Плохо, у меня ни одного кольца нету. А впереди босс. Ну, хотя бы сохранились, то хорошо. О, нашел колечки. О! Так. Не уверен, где это мне нужно применять. Ну ладно, посмотрим. Так. Так, давайте-ка. Давай. Ну вот колечко, давай, забирай его. Нет. Ну, мы знаем, где это еще одно кольцо. В общем, в этих локациях часто они прячутся там. Ты удивляешь меня. Ну, это хорошо, если удивляю. Было бы плохо, если бы не удивлял бы. Ну-ка, а если... Ну-ка. Попробуй ее раскочегарить настолько. Мы не гонимся за временем, ребят. Мы не гонимся за временем. Даже если на этот уровень уйдет большая часть стрима. Ну, во-первых, уровень интересный.
Так. Немножко проседает, что-то странно, но ладно. Тут запасная жизнь есть, хотелось бы ее забрать бы, но ладно. Давай идем, ешь. О, привет. На всякий случай, мало ли будем заниматься. Это больно. А ну иди сюда. Ой, ты зараза. А, теперь он за мной, да? Ты проиграешь. Ах ты зараза, давай иди сюда. Хотя бы у меня одна... Есть. Вот тебе. Вот тебе. Вот тебе. Вот тебе. Ля, вот это было больно. Ты, не могу поверить. Чистая победа без колец. Победа! Вот это есть победа! Ну слушайте, ну неплохо, проходим спокойненько, даже без колец. Игра проходится хорошо. Я не понимаю, почему... Знаете, нет, я понимаю, почему ее ругают в большинстве своем, из-за оптимизации для ПК. Согласен, но давайте смотреть с точки зрения логики, с точки зрения визуала, подачи. Хоть игрушка выглядит, конечно, по-детски наивно, но она интересна. Реально интересно, да, это не такой какой-то там шпионский триллер, как Sonic Force, или же не такой драматичный, как Sonic Commons, или не чисто такой вот платформер, как Sonic Mania. Но нужно признать, игры хорошие тоже, у каждой просто в своем ключе. Это больше, это, знаете, как Потерянное Королевство, Шандухи. Ну реально интересно, как чисто выживачи. Ну не выживачи, а адвенчура. Вот да, адвенчура. Мне нравится. Ой, все ладно. У тебя хорошо ли как, Тейлз? Я спросил бы телевизор бы и перепрограммировал суперкомпьютер, чтобы здесь дегенерировать, я знаю. И вот посмотри, на что случилось с моим бипленом. Это совершенно другое. Эй, дружище, нам нужна другая история с хорошей и плохой новостью. Alright, тогда погнали. Здорово. Итак, мы разблокировали много чего вкусненького. Поздравляю! 50 колец собрано. И открыта новая дороженька. Новая дороженька открыта. Это хорошо. То есть, получается, если что, я могу сюда в любой момент потом прийти, и проблем нету. То есть, я могу пока вот эту вот Nightmare зону не трогать. Ну и хорошо, не будем трогать. Пока пусть будет. Оставим ее про запас. Так, у тебя что? Какие квесты мне еще дашь? Что-то с гравитацией, не совсем понял, ну ладно. Давайте сейчас осмотрим пустынную зону. Тут наверняка много чего интересного, полагаю, есть. О, новую жизнь нашел. И надо спасти 300 фликов на вообще за всю зону. То есть, скорее всего, ну, у меня, в принципе, хватает и так, так что проблем нет. Давайте теперь сюда. Дезерт руины. Стандартные. Эти животные бесполезны. Я думал, что это будет хоть какая-то польза от них.
О, злодейская польза. Мы не беспокоимся о твоем дисплодействии, мастер. Ты о чем беспокоишься сейчас? Так и подую. Подую. В следующий раз приведите лучших животных. А вам понравилось, если бы я вам дал задницу? Я помогу понять отчасти этих зараз, но поэтому я их понимаю. Ладно. Так, Ёж. Мне, кстати, нравится, локация интересная. А я могу побегать по периметру? Что будет, если я уйду далеко слишком? Это же круглая зона. Ну давайте посмотрим, мне чисто любопытно. Это же один... А, нет, нельзя никуда уйти, да? Может, здесь гигантский песчаный червь, как Дюди, было бы здорово. Обычно говорят, иди прямо, но я хочу посмотреть все-таки по периметру. Это все-таки как-никак пустыня. Но песок будет замедлять ежа. Это, кстати, приятная деталь. Она реально его замедляет. А музычка здесь, кстати, шикарная. Мне нравится. Можно было бы туда прыгнуть. Там красное звездное кольцо. Так, добей-ка его, пожалуйста. Спасибо. Вы сразу поняли, что я хотел сделать. Надо попробовать. Так. Нет, не хочет. Я хотел допрыгнуть вот до той штуки. Но не дает. Давай, Ёж, ты же можешь. Вот прям над тобой эта кнопка находится. Она же целиться в нее не хочет. Хотя я могу попробовать туда добраться. Там вроде не так высоко. Если там нет никаких защитных стенок, то может все получиться, кто знает. Вот. Да, я буду забирать ее. Ну а что, я же вижу дорожку, значит надо пользоваться. Может, заберется? Ладно, идем попробуем еще раз прыжком. Локация реально интересная. Но радует, что здесь есть много альтернативных путей, как можно сюда забраться. Ладно. Он просто летит как... Может быть, тогда отпустить его, дать ему свободный полет? Давайте попробуем, реально. Свободный полет должен сработать. Здесь вот реально нравится, что он цепляется. Я заберу это кольцо. Если уж я его увидел, я буду пытаться его забрать. Если бы я не видел кольцо, я бы согласен, я бы не стал бы его забирать.
снизу, может быть, потом допрыгнуть до кольца. Надо, главное, попасть на эту... пальму. Может, дать ему разогнаться тогда по полной? Так вообще, будто я делал какую-то ошибку. Видимо, слишком рано прыгаю. Почему он между вот этими стоит прямо островком оазисом? Ну-ка. Как-то обида будет, даже кольцо не забрал. Нет, попробую все-таки. Еще одна попытка не получится, идем дальше. Даже не зацикливаемся. Нет, не идет. Все, сказал. Там-там-там-там. О! Обезьянка. А че ты не цепляешься? Конечно, понимаю, что он не Лара Крофт, но все же. Уступ-то явный. Странно этот еж. Так, а ты у нас что за монашья особа? Так. Так, попробуем. Ауч, это было плохо. Так, давай-ка. Мы собрали целый порядок. Есть. Ну, ладно, кольцо не забрали, за то, что другое забрали. Тоже хороший результат. Мне реально нравится этот древний храм. Слушайте, забавная анимация, мне нравится. Ну-ка. А, мне не надо делать частые переходы. Ладно, небольшая потеря. Так. Он, наверное, за них может цепляться, я полагаю. Так. Хотел попробовать забрать кольцо. Хотя бы это попробовать надо бы. Давай, есть.
Музыка, кстати, мне реально здесь очень нравится. Так. Да. В общем, если я правильно сменю направление, то он сможет забраться. Что ты подтормаживаешь-то? Ну, я хотя бы забрал колечко, это радует. Отлично, вернулись. Так, освобожд... вот это было больно. Так, ну это прямо настоящий... Так близко было и так далеко. Давай-давай, ёж. О, вот это было больно. О, вот это было больно. Так, хотя бы прорвались. Я все равно забрал парочку. Так. А как мне тут забираться-то? А, там была тайная комната, ясно. Так. Без червяков обойдемся. И на том спасибо. Ладно, это было больно. Больно ведь. Так. Да почему ты не хочешь нормально? Там была платформа, она была просто впритык. В общем, в таких ситуациях всегда ищи платформу.
Ага. Там наверху было кольцо, я точно это понимаю, но я уж не стал рисковать. Давай-давай, ёж, бегом. Давай. Бежим. А, это уже была ловушка? Ну ладно, хотя попробую пройти ее до конца. Так. Неплохо. Тут слишком полно ловушек. Попробуй тут пройди. Так, а что будет? Мне понравилось, что он может забраться просто по червю вверх, и все. Давайте попробуем. Слишком эпично. Нет, не получится. Так, отдыхай. Да. Причем, я знаю, где только три кольца находилось. Вопрос, где еще два? Я вот ни одного не видел. По крайней мере, вот в этой зоне точно должно быть еще одно. Дальше пчелиные соты пойдут, да? Ну, слушайте, неплохо. Мы с вами... Я точно знаю, где было второе кольцо. Мы его с вами забрали спокойненько. О, я знаю, где было третье кольцо. Точнее, четвертое. Четвертое, правильно называю, кольцо. Значит, получается, на каждом подуровне есть своя отдельная зона для колец. Слушайте, это хорошо. Это хорошо. Фликов у нас, в принципе, пока хватает по количеству. Так что можно, наверное, идти спокойненько прямо, чисто не паникуя. Но кое-что хотелось бы, конечно, пособирать побольше. Вы сами понимаете. Сколько у нас сейчас? Ну, как раз 40 минут. Давайте пока на этом сегодня закончим. Сделаем такой небольшой эпизодик все-таки. Сегодня мы с вами, во-первых, открыли новую область, это раз. Во-вторых, мы сразились с боссом, Засом. И сделали... парочку забавных озвучек. Так что, ребят, пишем комментарии, ставим лайки и пишем, как говорится, в каких социальных сетях вам больше удобно. Вот это сейчас реально мне важно знать, в каких социальных сетях вам больше все-таки удобнее. Телеграм, Дискорд. Потому что YouTube чувствуется, не дадут нормально всем работать. А я понимаю, что моя аудитория, в первую очередь, все-таки это... молодые люди, а не люди, которые могут работать, соответственно, покупать себе шлюзы, так называемые, и спокойненько смотреть адекватный контент, а не псевдотупые платформы. Поэтому давайте, ребят, пишем. У нас с вами был Вескер, он же голос доктора Иванаработника. Всем до скорой встречи, всем пока, удачи. Ну, а я пошел монтировать этот эпизод. Увидимся.